Ну вот. Thank you.
Надо поговорить. С машинами и башнями справляться научилась. Очередь демона. Ты как-то забрала его силу себе. Возможно, Аурее стоит с тобой встретиться. На самом деле, она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. Она в убежище за той грядой, ледяной. В конце тропы ты увидишь храм. Великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми. Как награду. А что за синий самоцвет в конце тропы шамана? Кристалл. Он растет на телах машин в самых древних льдах. Синий свет, вытекая из машин, замерзает и обретает такую форму. Но тебе важнее, что торговцы дают за него хорошую цену. Бургрен сказал, ты ученик Аурее? В ее отсутствие я служу вождю Ивераку советником, разведчиком, вестником синего света. Работы много. Не знаю, смогу ли я сравняться с Аурее, но я попытаюсь. Я перед ней в долгу. Она поверила в меня. Неопытного шамана с края света. Только она. Ты был с Аурей в том походе на гору? Хотел бы я даже, зная, чем кончится. Но я ведь не воин. Она не взяла меня. Когда Аурей и вождь вернулись, они стали о чем-то спорить. О чем именно, я не знаю. А потом она дала мне задание и ушла. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады и поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И в конце пути я найду Аурею? Нет. Она еще выше. Где-то внутри горы. Если увидишь ее, передай. Я верю, что она услышит голос вновь. Хорошо, значит, теперь мне на ледяную тёрку искать тропу шамана.